тут, я так понимаю, вскрывают квартиру у меня, пытаются вскрыть квартиру. Так что я сейчас всех ставлю в известность, что тут вот налет такой на меня устраивается. Так что отключили они мне интернет, но я смог войти все-таки. Ты моя девочка, не переживай, все хорошо будет. Хорошо? Где наши понятые? Почему вы заходите в квартиру? Я не хочу, я не знаю, кого вы привели. Я не хочу убирать телефон. Я имею на это право. Вами приглашены? Да. Ты что, брат? Ну, все нормально, Валюш, ну. Я тебя люблю, папа. Суки, вы бессовестные. Ладно. Я не знаю. Можно как угодно относиться к взглядам и к политическим способностям Мальцева, но абсолютно точно задержание Мальцева и его соратников связаны с одним очень старым и очень глубоким страхом кремлевцев. Этот страх построения врагами Кремля над идеологической коалицией, объединяющей совершенно разных людей, совершенно разные организации и совершенно разные флаги под знаменем свободы. Этот страх Кремль испытывал в середине нулевых, насмотревшись на оранжевую революцию, в которой случился взрывчатый победный союз либералов и националистов. В России одновременно начала создаваться коалиция «Другая Россия», коалиция леваков, нацболов и либералов. Потом, во время белоленточных протестов, когда рядом реяли флаги либералов, националистов и несистемных левых, Кремль тоже боялся и ненавидел, и ответил жестоким ударом уже по всему фронту. Украинскую революцию достоинства, как вдохновляющий пример, кремлевские утопили в крымнашизме. И вот теперь, после марта, что-то эдакое в России вновь назревает, и оживают старые ужасы Кремля. Мальцев, конечно, очень чудной, но для кремлевцев и для лубянской группировки он стал воплощением ужаса от этой пугающей смычки либералов и националистов. Итак, после задержания в 13:30 у Вячеслава Мальцева случился сердечный приступ. В этом видео слышно, как он просит о помощи, но никто ни на что не реагирует. У меня сердце болит. Мне двигаться нельзя, мне наверное плакать. Какой на один привод? Какой привод? Куда привод? Мне такой привод, у меня сердце болит, у меня статус, вопрос. Такой статус у меня. Какой свидетель я для... Скорую мне вызовите? Скорую кто-нибудь вызовите мне? Мне сердце болит. А теперь самое интересное. Ни за что не догадаетесь, в чем его обвиняют. Оказывается, его задержали в связи с расследованием уголовного дела о применении насилия к полицейскому во время акции 26 марта в Москве. Это именно о том полицейском, кому в полете один прошиб башку, и он свалился. Это известный факт. Кстати, тот самый полицейский, который получил травму и во время шествия на Болотной. Так вот теперь Мальцеву хотят пришить это дело. Хотя весь этот факт, между прочим, заснят на мобильнике, и он есть в интернете. Мальцевым там близко не пахло.